плюс к моей рубрике про иностранщину, которая заполонила улицы Иркутска. Наши власти, или точнее наша безвласть, нас заставляет отказываться от нашего языка. Между прочим, вся заваруха сегодня на окраине России, в Донбассе, если кто помнит, началась как раз с того, что пытались отменить там русский язык. Но, тем не менее, вот у нас тут в провинции русский язык отменили как-то так незаметно и незатейливо. Вы видите, да? Вы что-нибудь в этом понимаете? Я, ну, наверное, английский знаю в какой-то мере, но я просто отказываюсь его понимать, если можно так сказать, у себя дома, у себя на родине. Все заполонила иностранщина. Ну и вот интересная вещь. Скажите мне, вот это что такое? Клиника анти-АГ, молодо. Ну, я могу догадываться, но я не собираюсь догадываться. Мне это неприятно. Меня это унижает. Почему-то мало кто связывает вот то, что происходит сегодня, тот конфликт, который происходит сегодня там, в Донбассе, с тем, что происходит здесь. Я лично солидарен с теми людьми, которые там возмутились. Именно поэтому. Но почему нету этого же самого возмущения здесь? И приходится признавать, что, скорее всего, там задействованы еще другие причины, и это как раз неприятно. Поэтому, когда меня спрашивают о моем отношении к так называемой спецоперации, а точнее сказать, к ее первопричинам, к тому, что там происходит, я и говорю, я не могу однозначно на это ответить, потому что, с одной стороны, я понимаю побудительные моменты, но, с другой стороны, кто это делает и как это делает, и как воспользовались вот этим вот унижением русских людей там для того, чтобы решать совсем другие политические проблемы, вот это как раз вызывает резкое неприязнь и возмущение. Ну, а мы вернемся все-таки в Иркутск, да? Для меня, я уже об этом говорил давно, давным-давно, что нация или национальность, или народ, в данном случае это можно примерно объединить, она терпит крах, когда этот народ заставляют говорить на чужом языке, когда этот народ заставляют, и он, собственно, соглашается, ну, тогда приходится признать, что народ этого, народ уже, в общем-то, и уже и не народ, если никто не возмущается похабным матом, а заполонивший все уголки, от улицы до зомбоящика, где угодно, молодежь, даже граффити, честно говоря, если бы они хотя бы по-русски его писали, я бы, может, более лояльно относился к этой настенной агитации. Ведь, собственно, что такое граффити? Суть граффити – это пропаганда, та в той или иной мере. И не больше и не меньше. С этого граффити начиналось, на этом граффити сегодня и живет. Только раньше была политическая пропаганда, выходили недовольные люди из гетто в город и гадили на стенах для них чужих, скажем так, то сегодня выходят в город и гадят тот социум или та прослойка молодежная, которая хочет что-то тоже политически, мелко политически доказать. Все это вместе – это пропаганда. И пропаганда, которая взяла за основу уничтожение языка, вернее, народ, который лег под эту пропаганду и с этим согласен, вызывает у меня не знаю того слова. Я не могу это слово придумать. Видимо, я тоже уже стал забывать русский язык. Короче говоря, грустно все это. Жить среди
в русском городе среди абсолютной иностранщины, заполонившей нас. И до тех пор, пока власти, или точнее без власти, власти-то нету, вот, до тех пор, пока без власти этого не осознает, начиная от самого верха и кончая самым низом, вот здесь вот, районным, потому что эти вывески, вот конкретные здесь, ими заведует городская администрация. И это все в силах городской администрации вот от этого, от всего избавиться. Но они не хотят, им не до этого. Вот яркий пример. На этом, наверное, мы сегодня эту часть и закончим. Вы знаете, вот я еще раз говорю, ну намазано, да, намазано. И там где-то вон там какой-то Зенон, там какой-то компьютер-групп. Все не по-русски, все не по-нашему. Что же это творится-то такое? А что касается вот этого вот граффити, вы знаете, ну я бы наполовину бы меня это оскорбляло меньше на детской площадке, да, видите? Если бы это все-таки были хотя бы русские буквы.